Оформление документов, помощь на дому, да и просто доброе слово. Сегодня социальные работники незаменимы в нашей жизни. Поэтому слова благодарности в их адрес, в очередной раз признание их заслуг. Нашу с вами работу нельзя измерить шагами, нельзя потрогать руками, нельзя измерить деньгами, посчитать деньгами. Вы лекари человеческих душ. И именно от вас зависит не только, каким человек уйдет, с каким настроением с вашего приема, но как дальше он будет жить. За вклад в развитие города и помощь населению почетными грамотами от имени главы города Сергея Сергеева были награждены сотрудники самых разных социальных служб. О масштабах их работы – сухая статистика цифр. Чтобы представить себе масштабы нашей работы, я могу сказать, что на сегодняшний день в учетной базе Управления социальной защиты населения состоит на учете 117 657 человек. То есть это лица, которые в разное время обращались к нам за различными видами социальной поддержки. А активных получателей мер социальной поддержки у нас на сегодняшний день 68 тысяч. То есть по каждому обращению, иногда обращается один человек, мы назначаем ему 3 вида выплаты, иногда 4, 5. И по каждому виду выплаты специалист должен обязательно сформировать личное дело, чтобы оказать эту государственную услугу. Также участников праздничного мероприятия поздравила депутат Елена Некрасова. Народные избранники активно сотрудничают со всеми социальными службами города. Но также огромную поддержку социальным работникам оказывает молодежь Анапы. Это заслуга Елены Анатольевны, которая смогла сплотить свой коллектив. Делаем это через волонтерство. У нас есть в нашем университете волонтерский отряд. Мы помним прошлое, спасибо за будущее. Ребята в течение всего года посещают ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых, и оказывают им максимальную помощь. Убирают квартиры, ходят за лекарствами, ходят за продуктами, оказывают внимание ветеранам. Я думаю, что вот именно через такие проекты идет максимальное привлечение молодежи к помощи социально незащищенных слоев населения. Именно такие проекты учат молодежь оказывать помощь всем слоям населения. Особо тепло в этот вечер чествовали ветеранов социальной службы, которые отдали много лет своей работе и воспитали достойную смену. Сегодня весь зал приветствовал их стоя. Также свои музыкальные подарки подготовили творческие коллективы города. Песни и танцы добавили еще одну позитивную нотку в этот праздник. А завершилось мероприятие выступлением хора социальных работников.